15 сентября 1943 года. 820-й день войны. Сегодня под условным названием «Концерт» начался второй этап операции «Рельсовая война». К операции привлечены 193 партизанских бригады из Белоруссии, Карелии, Литвы, Латвии, Эстонии, Крыма. Общей численностью 120 тысяч человек. На подступах к Смоленску войска Красной Армии прорвали укрепленную полосу врага и штурмом овладели важным опорным пунктом обороны гитлеровцев – городом Духовщина. Войска Юго-Западного фронта продолжают наступление на Запорожье. Одновременно начинается перегруппировка сил. 51-я армия отходит в тыл к населенному пункту Орехов. 8-я гвардейская армия отводится в район южнее Павлограда, чтобы использовать либо в направлении на Днепропетровск, либо на Запорожье. Южный фронт. Его войскам должны быть приданы 44-я армия и 20-й танковый корпус. Однако перед фронтом поставлена задача, не дожидаясь подхода этих подкреплений, попытаться приложить все усилия и сходу прорвать оборону на реке Молочная, одновременно нацелившись на взятие Мелитополя. После атаки двух итальянских дивизий немцы эвакуировались с острова Сардиния и отступили на остров Корсика. Коллективы работников лесных организаций Ефимовского, Пестовского и Хвойнинского районов Ленинградской области отправили для освобожденного Харькова 60 платформ, груженных досками и бревнами. Эшелон сопровождают стахановцы лесной промышленности.